На территории Ненецкого округа завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». Оно было направлено на предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность и проникновение в подростковую среду экстремистской идеологии. Вместе с полицейскими в мероприятии приняли участие представители субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе мероприятия проверено 99 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах управления, и 32 семьи, находящихся в социально опасном положении, а также проверено 340 мест концентрации молодежи. Также в рамках разъяснительной работы среди учащихся образовательных учреждений проведено 60 выступлений на классных часах и 127 профилактических бесед по формированию негативного отношения подростков к противоправному поведению, а также об ответственности за участие в незаконных публичных мероприятиях. По результатам проведенных мероприятий выявлено 9 административных правонарушений по линии несовершеннолетних, выявлено и поставлено на профилактический учет 3 группы несовершеннолетних антиобщественной направленности.